Поселок Нижнее Лао. Теперь и на улице Лаоской появились так называемые умные счетчики. Хозяин вот этого дома, Геворг Мардаян, не скрывает эмоций. Мало того, что прибор учета установили абсолютно бесплатно, самое главное, теперь его семья сможет значительно сэкономить на электричестве. Нам сегодня установили счетчики, сетевая компания бесплатно установила, тариф день-ночь. Люди слышали отзывы, говорят, что теперь экономия получается за счет тарифа. Таких умных счетчиков специалисты сочинского филиала «Кубанэнерго» на курорте уже установили около 5000. На очереди еще в два раза больше. Устанавливают приборы всем потребителям, присоединенным к сетям сочинского филиала, частным домам, магазинам, кафе. Преимущества умных счетчиков очевидны. Небольшой компьютер не просто считает киловатт-часы. Главное, счетчики помогают экономить электроэнергию. Их можно запрограммировать на систему день-ночь. И ночью платить за электричество гораздо меньше, чем днем. На это время перенести работу энергоемких приборов. А еще они защищают прибор от перепадов напряжения. Показания со счетчика снимаются дистанционно с помощью вот такого пульта. А счета на оплату электричества приходят по почте. Данный прибор учета фиксирует все возможные параметры сети, и данную информацию по средствам автоматизированной системы учета электроэнергии передает на пульт оператора. В случае, если какие-то отклонения от норм или ГОСТов, то наша бригада оперативно выезжает и устраняет данные нарушения. А вот обмануть умные счетчики не получится. Некоторые умельцы пытаются установить на прибор мощный магнит с целью искажения объема потребления электричества. Однако при подобных действиях умный счетчик автоматически отключает подачу электричества. Не стоит верить и мошенникам, которые предлагают услуги по вмешательству в работу приборов учета с целью хищения электроэнергии. Скрыть такое вмешательство невозможно. Все умные счетчики объединены в единую систему. Информация с каждого из них передается на главный сервер. Поэтому факт вмешательства в работу прибора выявляется дистанционно. Таких потребителей сразу ставят на контроль. А это может привести даже к уголовной ответственности, ведь хищение электричества преследуется по закону. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.